3 по 23 июля в Егорьевском районе на базе отдыха «Люблян» состоялся большой молодежный форум «Я гражданин Подмосковья». Он проходил в формате палаточного лагеря. Для молодых и активных жителей региона было организовано 5 смен – лидерство, творчество и медиа, предпринимательство и инновации, студенчество и молодые политики, экология, спорт и патриотика. Своими впечатлениями с нами поделились участники форума, представители делегации «Зараска». Мы приехали с форума «Я гражданин Подмосковья» 2017 года. Мы были в смене «Спорт, ЗОЖ, патриотика, экология». Это место, где собирается активная молодежь нашего великого Подмосковья. И это место, где можно не только себя проявить, свои творческие, спортивные какие-то навыки и таланты, но и узнать много нового. На данном форуме присутствуют именитые спортсмены, такие как Александр Легков, чемпион Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи по лыжным гонкам, такие как Тимофей Мозгов, чемпион НБА 2016 года, именитый наш советский спортсмен Александр Карелин, наш футболист сборной России Роман Широков. Также на данном форуме присутствовали герой России, герой Советского Союза. Мне очень понравилось на форуме «Я гражданин Подмосковья», поскольку там была возможность поучаствовать не только в спортивных мероприятиях, но также в интеллектуальных играх. И вот я участвовала в турнире по шашкам и заняла 3-е место, конечно, неожиданно. Но мне на самом деле очень понравилось, потому что это возможность не только просто отдохнуть, но также и что-то узнать новое. Я поехал на форум 3 числа и прожил там 21 день, все 5 смен. Там было очень здорово, много новых знакомств. С какими трудностями столкнулся? Да нет, было все легко. Мне наоборот все понравилось, мне это нравится, я занимаюсь этим трудностями. Он был готов еще там остаться на 1.5 месяца. Да хоть до следующего года. И мы не сомневались, что у него там все получится. Более 50 молодых зарайцев стали участниками 5 смен, определив для себя свое направление. Танцоры, хореографы, музыканты, настоящие молодые политики, журналисты, предприниматели, спортсмены, экологи. Патриоты своей родины, которым предстоит вести Зарайское Подмосковье к новым высотам. Валерия Маркович, Анастасия Булатова, Константин Куянов. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.